начинаем первый концерт в саду Римских-Корсаковых. В прошлом году, сидя в летнем саду, вспоминая литературные беседки, я домечталась до того, что позвонила Елене Викторовне, хотя время было уже позднее. С извинениями я спросила, нахальный вопрос, можно ли помечтать? Конечно, можно, сказала Елена Викторовна. И мы с ней намечтали концерты регулярные в саду Римских-Корсаковых, потому что место это музыкальное и поэтическое. Этот дом можно считать первым литературно-музыкальным клубом нашего города. Здесь собирались и музыканты, настоящие и будущие, художники и поэты. Как минимум два поэта здесь было. Яков Иванович Передников, которого больше знают как археографа, но он писал и стихи, которые публиковались достаточно активно. И Александр Абрамович Крылов, поэт, унылый элегик, стихи которого были очень популярны в альбомах светских дам. И как минимум два человека связывают этот дом с Александром Сергеевичем Пушкиным. Он упоминал и Бередникова, и несколько раз в своих письмах упоминал Александра Абрамовича Крылова. Вряд ли они были очень сильно близко знакомы, но тем не менее Александра Абрамовича Крылова можно считать одним из прототипов Владимира Ленского. Когда Пушкин писал Евгения Онегина, он, особенно в «Черновиках», прямо цитировал переписку из полемики тогдашних петербургских поэтов, фактических поэтов и унылых элегиков. И вот Владимир Ленский, «Куда-куда вы удалились», это такой парафраз стихов Александра Абрамовича Крылова, судьба которого тоже была трагическая, он прожил недолго, хотя и больше, чем Владимир Ленский. Так что соединяет этот дом с Пушкиным и пушкинский герой, и его прототип. Мы с вами сегодня отмечаем день рождения Пушкина с некоторой задержкой, но Пушкин наше все и всегда, поэтому, когда бы мы не славили Пушкина, это всегда уместно. И в день русского языка все, что мы скажем и споем на русском языке, все будет во славу русского языка. Ну а про Пушкина вы помните. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Поэтому каждое наше стихотворение во славу Александра Сергеевича. Но сначала вспомним его самого. Эхо, бессонная нимфа скиталась по брегу Пинея. Феб, увидев ее, страстью к ней воспылал. Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога. Меж говорливых наяд, мучись, она родила милую дочь. Ее приняла сама Мнемозина. Резвая дева росла в хоре богинь Аани. Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой, музам мила на земле. Кто продолжит? Рифмой зовется она. Правда, сам Александр Сергеевич дал два варианта божественной генеалогии рифмы, и в другом своем стихотворении он производит рифму уже на другой героине. Рифма, звучная подруга вдохновенного досуга, вдохновенного труда, ты умолкла, онемела, ах, уже ты улетела, изменила навсегда. В прежние дни твой милый лепет усмирял сердечный трепет, усыплял мою печаль. Ты ласкалась, ты манила и от мира уводила в очарованную даль. Ты бывала мне внимала, за мечтой моей бежала, как послушное дитя. То свободно и ревниво, своенравно и лениво с нею спорила, шутя. Я с тобой не расставался, сколько раз повиновался резвым прихотям твоим, как любовник добродушный, снисходительно послушный, был я мучим и любим. О, когда бы ты явилась в дни, как на небе толпилась олимпийская семья, ты бы с нею обитала, и божественно б сияла родословная твоя. Взяв божественную лиру, так поведали бы миру Гезиод или Амир, Феб однажды у Адмета, близ тенистого тайгета, стадо пас, угрюм и сир. Он бродил во мраке леса, и никто, страшась Зевеса, из богинь или богов, навещать его не смели,
Бога лиры и свирели, Бога света и стихов. Помня первые свидания, усладить его страдания мнемозина притекла. И подруга Аполлона в темной роще Геликона плод восторгов родила. Что с тобой, скажи мне, братец, бледен ты, как святотатец, волоса стоят горой. Или с девой молодой пойман был ты у забора, и, приняв тебя за вора, сторож гнался за тобой. Или смущен ты привидением, или за тяжкие грехи, мучаясь диким вдохновением, сочиняешь ты стихи. К сожалению, я сегодня не смогла здесь быть Татьяна Игнатьева. Стих, посвященный Пушкину, от нее. Как многотруден многоликий день, вскипает страстью каждое мгновенье, и бесконечным душем вдохновенье, что перельется вечером в мигрень. Ах да, мигрень Онегина грызет, а нам все изощреннее и злее, трагичнее, коварнее, больнее, ведь в каждом сию кровью наше все. Живет, творит, купается в любви, страдает, негодует и смеется. Изящным мастерством канатоходца он наповал сражает визави. И, усмиряя сердце непокой, вдруг замирает сфинксом африканским. Толчками кровь напополам с шампанским отнюдь не предвещает ту покой. Ведь вот опять скакать под хлесткий снег и призывать бесчестие к ответу. Последний вызов — это вызов свету. И призван день, и призван целый век. Уж дядька преподнес малиный квас, прилежно ждут перо, листы бумаги, точеный профиль из чернильной влаги и свежий ветер севера анфас. Как будто не было бурлящих лет, вечерний час, не утренняя нега, а у барьера холодно Онегин наводит прямо в душу пистолет. Если вы что-то сказали, получили отклик, откликнулись на отклик, а вам прислали письмо в ответ, вот это настоящая поэтическая симфония. Я рискнула побеседовать с Александром Сергеевичем. Любви, надежды, тихой славы недолго тешил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Года богатства, ну и тяжесть, легко ль снести сей грусть поэт? Пускай теперь играет младость, а вам уж 19 лет. Движения нет, сказал мудрец бородатый Пушкин. На свете правды нет, сказал брюзга философ. И мнение свое на сей предмет я вывел из анализа сокровищ и отбросов. Но если прав мудрец, то лжет и он. А значит, правда есть. Отклик на стихотворение Татьяны Игнатьевой. По нашим душам ли звонят колокола? Для наших душ ли радостно трезвонят? Разденет грех мне душу догола? Качнет ли Боженька меня в своих ладонях? Я часть всемирной армии добра? Я вновь одна пред жизнью, как пред смертью? Иду я завтра или во вчера? На месте ли держит морок круговертью? Что надо делать? Что нельзя творить? Держусь за слово, крепче лонжи нету. Из речек, луж и родников возможно пить, бредущим без дорог по белу свету. Отклик на стихотворение Ивана Храмовника «Выжил». Стали следы на строках, кромсали их все, кто мог. Бурые пятна, охра, ржавчина или йод, кровь или просто глина, женщин ли, мужчина, нас еще лепит Бог. Второй отклик на это же стихотворение. Трудно ли было? Не помню. Страшно? Наверное, да. В нору крота, как в омут, спряталась навсегда. Крытка или могила, раненой не понять. Тают не льды, а силы. Хочется только спать. Небо, полет, лишь память. Радостью не назвать. Плача, смеется заметь. Мне не жить. Не встать. Кто-то ковром былинок тихо меня прикрыл. За морем нынче зимы. Это не сказка. Откликом на это стихотворение четверостишие Татьяны Игнатьевой. Птичка,
Лети сквозь ветер, через моря, к садам. Ты ни на что на свете не упадешь, не дам. Ну и отклик на отклик. Мы держимся за воздух и за ветер. Им полны паруса, мы с вами вместе на палубе, и слово правит курс. Хотите радоваться больше? Не боюсь. Еще не вечер.